Ученикам 10 Б-класса школы номер 5 рассказали о структуре городской власти, о работе органов местного самоуправления. Алексей Харлов отметил, что основная работа происходит не за столом, а возле карты города, где обозначены проблемные места, а также намечены планы на будущее. Магнитики разного цвета, мы постоянно их меняем. Сейчас, значит, вот это отмечены те дома, которые мы будем сносить в следующем году. Это нестационарные объекты у нас отмечены красными. Тоже сейчас с ними думаем, что делать. Председатель Думы Югорска Евгения Комиссаренко рассказала школьникам о составе городского парламента, о том, почему у нас именно 21 депутат, и о том, чем занимается представительный орган власти. Дума занимается и контролирует местные сборы и налоги. И еще мы утверждаем программу развития города, заслушиваем отчеты об исполнении работы администрации, главы города. Ну и главное, мы отчитываемся о своей работе перед кем, как вы думаете? Подсказывают перед нашими избирателями. Итак, мы представляем интересы жителей города в органах местного самоуправления. Затем обучающиеся ознакомились с работой информационного отдела, им показали фотографии почетных жителей Югорска. В зале заседаний школьникам предложили использовать полученные знания на практике. Они попытались найти решение к нескольким кейсам. Это оказались реальные обращения граждан, с которыми пришлось работать местным чиновникам. Ребятам удалось найти решение спорных ситуаций. Лично мне было интересно, потому что, скажу честно, я не задумывалась об этой профессии, но сейчас, решав задачи, которые вообще, в принципе, казалось бы, не решаются, я вообще начинаю задумываться о том, чтобы действительно идти работать куда-то сюда, в администрацию. Было видно то, что людям, сидящим здесь, управляющим городом, не все равно, и они стараются что-то делать для улучшения города. Больше всего запомнилось, когда мы были у мэра в кабинете, рассказывали про планы в городе и вот еще задачки. Это было интересно и познавательно. Такие экскурсии решено проводить на постоянной основе. Теперь школьники 7-11 классов образовательных учреждений города каждую пятницу будут посещать администрации муниципалитета и изнутри знакомиться с работой органов местного самоуправления.